В апреле красиво, шумно и торжественно прошло празднование 70-летия Израиля. И церемония на горе Герцли в Иерусалиме, и военные парады – все было на высочайшем уровне. Но в отличие от официальных юбилеев нашей прошлой жизни, для большинства израильтян День независимости страны – это личный праздник. Потому что Израиль – это наш дом. Создали его до нас, но и мы, и наши дети продолжаем его изменять, строить и защищать. Главное богатство этой страны – люди. Все – сильный цахал, хай-тек, космос, медицина – все благодаря им, а значит и нам. Нашему дому уже 70, или всего 70. И как в этом доме живется, лучше всего узнаешь не на парадах, а, как бы сказали раньше, на кухне. В нашем случае – большая шашлычная, в которую превращается весь Израиль в День независимости. Как всегда, в этот день в поселке Текоа возле Иерусалима, в нашем израильском Переделкино, собралась большая дружеская тусовка – поэты, барды, журналисты, литераторы, художники и просто хорошие люди. Здесь, в Текоа, на израильской земле, рядом с домом замечательного поэта Игоря Бяльского, уже много-много лет собираются люди, которые чувствуют эту страну своей и которые считают важным в День независимости прийти сюда, чтобы поднять стаканчик и съесть палочку шашлыка. Приехав сюда, я всегда удивляюсь, что такая маленькая страна за такое маленькое время столько хороших людей сюда смогла притянуть. 70 лет для страны – это много или мало? На самом деле, были страны, которые существовали меньше, даже империи. Для Израиля много, потому что ему с момента провозглашения никто не давал больше года другого выстоять. То, что мы выстояли 70 лет, это достижение уникальное. Я и сам, когда жил в Киеве, ну что там, ну сколько там их, как они продержатся. Я думаю, что для государства это совсем юный возраст, и в общем, все у нас еще впереди. 70 лет – это хорошая цифра, это счастливая, это возраст свершения. Мы, казалось бы, все время находимся в зоне конфликта и в состоянии войны, и внешней, и внутренней, и где и как угодно. И тем не менее, я не чувствую, что мы постоянно выживаем. Я чувствую, что мы живем потрясающую жизнь. Эта страна обозначена цифрой на глобусе. В этой стране чудесам не дивятся давно. В эту страну приезжают и варятся в соусе, привкус которого всем оценить не дано. Я когда еще был молодой и бегал, смотрел, как кибуцы, парки, сокольники выставляли свою продукцию. Это 57-й год был? Это был 57-й год. Мы тогда вместе с братом бегали, чтобы получить первый подарок с Израиля. Бедг. Бедг – это шестиконечная звезда, маленький значочек такой. И где, вы думаете, я нашел жену? Я нашел жену около центральной синагоги Московской, где мы танцевали празднику Симхас Тора. Я эту ночь Дня Ацмаута провела в необычной компании среди интересных очень людей. Это было в лесу, посвященном жертвам катастрофы. Есть такой Яар Гдушим. И вот там была экскурсия. Вот этой ночью. И экскурсию вели молодые ребята. Совершенно молодые ребята собрали пожилых людей и рассказывали им историю нашей страны. Историю 48-го года. Историю 48-го года. И я подумала о том, что если ребята, молодежь, знает это и может рассказать, значит, мы не пропали. Может быть, для кого-то 70 лет – это и мало, для истории, для, там, для еще чего. Для Израиля 70 лет – это уже очень много, но впереди у него вечность. Что будет с Израилем через 70 лет? Точно лучше, чем сейчас. Однозначно будет лучше. Вот такой прогноз дальновидный. Будет лучше, люди. Быть патриотом – удивительно приятное чувство.
Особенно, когда есть чем гордиться. Лена, да. Съешь шашлык? С юбилеем, Израиль. И спасибо за дом. В этой стране ни весны не бывает, а ни осени. В этой стране, что не мир, то сплошная война. Силы небесные нас еще, видно, не бросили. Значит, колодец еще не исчерпан до дна. В этой стране до вершины горы доползу ли я, или на склоне крутом заклюет воронье. Я бы, наверное, влюбился в нее до безумия.